Интересная команда сейчас выйдет на сцену. Нестандартная. Команда КВН не в тему. Сила мяя. Ну что ж, добрый вечер, Рига! Встречайте, самый красивый, неповторимый я! Эх, зал! По старой традиции хочу поздороваться именно с тобой. Ты так и не изменился! Привет, зал! Все те же самые стулья, стены, ах, этот балкон. Вы, наверное, спросите, почему я приехал один. Все очень просто. Остальные стесняются. А вообще, для меня КВН как секс. Ну, если уж очень сильно хочется, можно и одному. А вообще ходят слухи, что во мне нету ничего святого, а? Не тут-то было. Вот, например, перед этим выступлением я 100 грамм кагора хряпнул. А вообще, говорят, если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. Итак, умирай, старый молдаванин. Ну, а так как я приехал из Эстонии, то я не мог обойти стороной эту тему. Итак, представьте себе, эстонская школа, ученик отправляется к доске. Третьи сутки в пути. Кто бы знал, что нас ждет. Здравствуйте, Йозеп. Итак, прочтите свое домашнее задание, стих на тему «Я люблю Эстонию». Мы России не боимся, у нас армия своя, 1000 велосипедистов и в порту полкорабля. На границах все серьезно, не прорвется ни один. Нападение невозможно, мы им визы не дадим. Молодец, Йозеф, вернитесь на свое место. Третьи сутки в пути. Ну, а настало время и карапули. Итак, жизненное. В магазин я прихожу, в магазине я стою, все стою и стою, потому что я охранник. Ну, а следующая миниатюра, как грудь моей соседки. Не самый лучший, правда, номер, но посмотреть хочется. Итак, джигурда в тату-салоне. Здравствуйте! Наколите меня! Ядерную боеголовку! Вот сюда наколи мне! О, хорошо! Наколи мне сюда Америку! Ненавижу Америку! О, бодрит! Ну что, попался, гаденыш? На тебе, Америка! На! А вообще, вы знаете, что у меня сегодня день рождения? Да-да-да. Что это? О, смотрите, это мошка. Нет. Это муха. Это гигантская муха. Парень, с днем рождения тебя. Дай 5. А ты меня не сожрешь? Нет, не сожру, дай 5. Ну на.
Убийца! О боже, что же я натворил? В свой день рождения я совершил преступление! О боже, что со мной происходит? Я начинаю говорить в рифму! Есть спасение! Я тебя воскрешу! Папа может все что угодно! Только муху не воскресить! Блин, не помогает! Что же делать, что же делать? Есть идея! У меня есть друг! Алло, ты мой друг? Точно? Спасибо! А, муха, у меня есть друг! Алло, дружбан? Ты мне нужен! Пожалуйста, вернись с фестиваля на четвертку! Давай, парень! Муха, сейчас все будет! Держись, парень! О боже, это он! Это Богомол! 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 Ты ведь молишь Бога! Помоли Бога о моих грехах! Я не хочу гореть в аду! Ребят, а какой сейчас месяц? Сентябрь! Что-то я рано в зимнюю спячку впал! Дай пять! Легко! Серийный убийца! Да не волнуйся, все нормально. Муха притворяется. Муха, вставай. Хватит дурачиться. Что? Это моя бывшая. И что? Страшно. Ребята, хватит ссориться. Ведь у меня сегодня день рождения. Давайте праздновать. Воскресенье. День рождения у тебя, поздравляю, твои лучшие друзья, с утра с шампанским ты разбавил валидол, к тебе пришел богомол. Да, действительно, сегодня я выступал один. Хотя, Александр, вы их видите? Ну, слава Богу, а то запереживал. Хотя нет, я был не один, ведь со мной был зал. Спасибо. Красавчик. Ну что ж, это была команда «Сборная силами». Не в тему. Эстония силами не в тему. Сборная силами. Сборная. Это важно. Сборная. Очень хитрые верующие во время поста едят мясо из Максима, ведь они знают, что никакого мяса там нет. Эстонскую армию боятся только эстонские мужчины от 18 до 27 лет. Ситуация в рижском метро. Нет, метро нет ситуации. Учительницу английского языка ограбили в Лондоне. И теперь London is the fucking capital of Great Britain. И напоследок. Джеки Чан не снимается в порнофильмах, так как у него слишком много неудачных моментов. Твой видеоконкурс показывает сборная силами, не в тему. Наш репортаж Саре Мамуху силами на выпричал. Дмитрий Кукушкин, Сергей Попридуха. И снова здравствуйте. Силамия удостоился названия «Город свежих морских ветров». И сам мэр был настолько любезен, что лично провел нам экскурсию. Итак, смотрим. Находимся сейчас в центральной части города. Здесь, видите, вот хорошая парковка здесь замечательная. Там
бензозаправка вот дальше. Здесь по эту сторону у нас замечательный гипермаркет находится. Ой, смотрите, смотрите! Вор! Вор бежит! Остановите его! Мэр, мэр, что вы будете делать? Ну что, помочь? Я пойду помогу. Давайте, давайте, мэр! Мэр, скажите, а что вы сейчас сделали? Ну как что? Помог, конечно же, я же всегда на страже закона. Ну вот мы и находимся в самом эпицентре событий, чемпионат мира по думанию. И вот, смотрите, смотрите, эта девушка встает, она начинает думать стоя, вот это да, вот это номер. Смотрите, смотрите, он взял в руки карандаш, он что-то начинает писать, у него не пришли, ай, нет, срывается, срывается мыть, фальстарт, ну ничего страшного. Кстати, кстати, вот у нас на этом чемпионате присутствует новичок. Вот если вы посмотрите туда, вы можете увидеть сразу же. А как вы определили, что он новичок? Ну, это же элементарно, по цвету волос. Ха, логично. Мы обязательно это имеем. Я думаю, вам стоит попробовать. Пойдемте. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы дебютантка данного конкурса? Да. Скажите, а вы раньше вообще думали? Нет, это первый раз. То есть сегодня вы думаете впервые? Вот это да! Вот это поворот событий! Молодец! Скажите, пожалуйста, а это вообще трудно? Да. А вот с чем вы могли бы сравнить это? С переустановкой Windows. С переустановкой Windows. Ну что ж, хочется вам пожелать ни пуха, ни пера. Спасибо. Пожалуйста. Всего доброго. Вот видите, я же вам говорил, у нас в Силаме есть на что посмотреть. Есть на что. Которая построена при помощи меня для малоимущих семей. Вот. Так что все довольны, вы же понимаете, я же только для народа. Ясно. Скажите, а сами жильцы вообще довольны? Знаете, я думаю, вам не меня надо спрашивать, могу спросить жильцов надо. О, кстати, один из них попробует. Здравствуйте, вы жилец этого дома? Да. Скажите, подойдите в камеру. Скажите, а вы вообще довольны условиями? Условиями? А как можно быть ими довольным? А что, 400 метров квадратных, балкон, тесно. А гараж? Ну ладно, два лимузина я еще поставлю. А третий? Что, за свои деньги? На платную парковку? Нет. Боже, о боже, посмотрите! Полиция! Полиция горит! Господи, что же это делается? Вот стоит очевидца! Давайте узнаем, что же происходит! Пойдемте! Быстрее, быстрее! Вон он! Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Скажите, а что происходит? Почему вы не тушите пожар? Я снимаю. Зачем? На Ютубе больше денег заработаю. Я, конечно, извиняюсь, но у вашего телефона даже нет видеокамеры. Блин. Вот это поворот событий! Вот это поворот событий! Кто же мог подумать, что же будет дальше? Давайте спросим у мэра, что он думает по этому поводу. Мэр? Мэр, что вы делаете? Любуюсь. Чем вы любуетесь? Ну как? Огонь же. Красиво. Успокаивает. Романтика. Господи, что же происходит? Я даже не могу прокомментировать данное событие. О, наконец-то, наконец-то бежит смельчак. Вон он, смотрите. Стойте, стойте, молодой человек. Куда вы бежите? Как куда? На пожар. А что у вас в ведрах? Наверное, вода? Бензин, бензин. Молодой человек, подождите. А давайте я вам помогу, а? Ну, конечно. А, спасибо. Люблю помогать народу. Побежали. Это был репортаж города Силамяя возле префектуры полиции. Спасибо. С вами была сборная Силамяя не в тему, специально для Лига Рига. До скорых встреч. Спасибо. Ну что ж, это был видеоконкурс сборной Силамяя.